Делала не так, болит спина, ваша ученица. Мысленно представьте, будто ваша спина – это трубочка. И представьте, будто сзади в эту трубочку кто-то наливает разогретое золото. Делайте так 1-2 раза в день, и все пройдет. И используйте мою золотую нить, зеленую ниточку. Берете ниточку в ручку, вот так, зеленую, и произносите намуратна трая махидухи кисваха, намуратна трая махидухи кисваха, намуратна трая махидухи кисваха. После этого этой ниточкой зеленой берете, обматываете себе поясницу, несколько слоев, так чтобы не туго, и завязываете на узелке. Ну, можно 32, 36, 38 узелков, не имеет значения, главное начетное количество. На самом деле не принципиально. Люди были, которые на 3 узла завязывали, и тоже спина переставала болеть. Можно и мантру не читать, но с мантрой будет быстрее. А без мантры чуть-чуть дольше. Можно просто ниткой обмотать и завязать на узелки. Да, можно, все что угодно можно. Но просто так, как я говорю, будет быстрее. То есть эффект помощи произойдет быстрее. А если не помогает? А если зеленая нитка не помогает, то это тогда связана болезнь не с поясницей, вернее, не с позвоночником, а, скорее всего, с какими-то внутренними органами. Может быть, миома или там матка увеличилась в объеме, может, почки болят, но иррадирует обычно это как раз так, как будто появляется ощущение, будто это болит на самом деле позвоночник. А это может быть невралгия, это может быть, ну, что хочешь. Наш организм такой большой, что хочешь, можешь болеть.